Всех приветствую, друзья, на канале Нового до Тольятти. Сегодня я сам лично повез автомобиль нашим клиентам. Почему так говорю? Потому что, друзья, я уже где-то год, наверное, не ездил сам личного. До этого 3 года сам гонял автомобили в разные города. Практически всю Россию я ездил, доставлял автомобили и в Мурманск, Вологда, Череповец, в Питер, Москва, там 1000 раз вообще. Вот, Урал, в ту сторону, Уфа, то есть вообще прям. Кстати, самая первая моя доставка была город Уфа. Вот, друзья, в общем, сегодня я поехал, но я поехал недалеко. Поехал по той причине, потому что водитель уже настолько у меня не успевает делать доставки сейчас клиентам нашим. То есть сегодня утром 2 водителя целых у меня уже уехало в Ростовскую область на выдачу автомобиля. Поехали выдавать нашим клиентам из ДНР. Вот. К нам на поезде в город Сызрань приезжает клиент из ЛНР. Вот. И у нас как бы договоренность, что я должен в Сызрань привезти автомобиль на железнодорожную станцию, на ЖД вокзал, и выдать автомобиль Лада Гранта Кросс черного цвета. Вот. В общем, сейчас еду по нашим красивым просторам. Блин, кстати, друзья, приезжайте к нам в Тольятти за автомобилями Лада. Объясняю почему. Потому что это выгодно, во-первых. Во-вторых, это всегда ассортимент шире, чем нежели, допустим, у вас в городе. Вы можете найти в Тольятти у нас, допустим, машину, допустим, тот цвет, который именно вам понравился, ту комплектацию, которая именно вам понравилась. Или, допустим, цвет комплектация, допустим, есть у вас, а, допустим, мотор не такой, допустим, 8-клапан, а вы хотели 16-клапан, а в Тольятти такой он будет. Вот так, друзья. Ну и самое главное, это выгодно. А еще немаловажно, что вы можете просто взять с семьей и приехать в Тольятти. Это как мини-путешествие, представляете? Взять и приехать в Тольятти, то есть посмотреть город. У нас прекраснейший город, красивый, зеленый. У нас город на Волге, вода, на набережную сходить. Можете здесь, вот я только что проехал, я сейчас проезжаю. У нас, как говорится, это в сторону Сызрани, когда едешь, проехал только так, Петушок называется, Зольный, да, туда можно заехать, там, ну, просто Швейцария, друзья, там реально очень красиво, там Волга, там красивые виды, горы, короче, круто, друзья, поэтому путешествуйте, и вот, что вам хочу сказать, это я просто вспомнил, да, мне как ностальгия, потому что я поехал, вот, и сегодня быстренько утром выдали машинки клиентам. И сразу вот опять, и сразу я сел, говорю, да, давай я поеду. Заодно прокачусь. Вот, классно вообще, это очень классно. А так вообще, конечно, мы сделали кучу уйма доставок по всей просто России. Просто по всей России. Вот даже помню вот доставку свою. Никогда не забуду город Мурманск, когда я ездил. Это было вообще прям интересно настолько, что ты едешь, а я еще, знаете, как ездию, то есть все сел и все, и вот прям дотало, а там 3000 километров было, и там уже еду, и такое ощущение мне сложилось, то, что как будто я уже неделю прям еду, то есть я думаю, блин, да когда же я приеду, едешь, ну 3000 километров это много, это огромная ответственность была на тот момент, невероятно, да любая доставка это просто груз. Груз ответственности, потому что это автомобиль не твой, это автомобиль клиента, это автомобиль клиента, который сделали заказ, который должен ты это привезти, он должен быть такой же, как в автосалоне. Вот. Поэтому так, друзья, в общем, сегодня вот квест везу, комплектация, черный цвет, заказали у нас из ЛНР, мы делаем доставочку, немного ранее принял заказ, она постояла где-то, ну там, недельку. Чуть больше, может, и поэтому именно на сегодняшний день были куплены билеты, надо вот именно сегодня было вот сейчас привезти, вот поэтому сейчас еду. В общем, друзья, что хочу сказать, приезжайте в Тольятти за автомобилями, это вот как бы вот эта дорога, это очень все классно. Ну, есть, конечно, люди, которые не любят длинные дороги, вот, это их тоже можно понять, не всем
нравится ехать далеко, ездить далеко. Ну, в общем, это какая-то своя тоже есть. В этом что-то такое свое. Какая-то романтика в этом есть, такое интересное. Особенно, когда едешь с семьей, можешь поговорить о чем-то. Вечером едешь, как бы прикольно. В общем, круто. Так что, друзья, не буду отвлекаться сильно от дороги, потому что все-таки везу товарный новый автомобиль. Вот. И как нам тут желает Лада, доброго пути. Приезжайте в Тольятти. Контакты в описании. Меня зовут Денис, дорогие друзья. И звоните мне, обращайтесь. Привезем вам автомобиль, если не можете вы приехать. До новых встреч всем.